А сколько времени вы обычно работаете над ролью, привыкаете к своему герою? Ну, в театре на это дается 3 месяца, а в кино бывает так, что несколько дней по-разному. Какую еще историческую роль вы бы мечтали сыграть? Я очень боюсь исторических персонажей. Я чувствую себя в них очень скованно. Мне приходится много сил потратить на это преодоление себя, чтобы быть свободной и быть настоящей. Потому что я всегда опираюсь на литературу, на какие-то источники исторические, и чем больше этих знаний, тем они больше меня, знаете, так вот закрепощают в этом смысле. А «Тобол» — это художественный фильм, и здесь, конечно, художественный подход, а не документальный. Поэтому все чаще хочется быть собой, а не кем-то в кино. Какая роль стала для вас знаковой? Может быть, как-то повлияла на вас? Ну, сейчас такой период у меня интересный. Я перешла в супертяж, если можно так выразиться. И в театре, в первую очередь в театре, роль Анны Карениной. И киноверсия, киномюзикл Анны Карениной, который мы сняли, тоже был прокат по России. Я счастлива, что эта работа запечатлена в кинематографе, и что она останется. И, конечно, Настасья Филипповна в театре Моссовета, в моем родном театре, роман Достоевского «Идиот». Поэтому сейчас такой период ролей интересных, ответственных, сложных, непростых. Но мне кажется, я созрела, я готова, я ничего не боюсь.